Виктор Федорович Шлык, историк театра, заслуженный артист России, Республики Хакасия. Историк, писатель. Вот. Вроде я все сказал. Все сказал. Слово вам. Спасибо. Я хочу начать немножечко издалека, чуть-чуть. Я не сибиряк. Я из средней полосы, но я сибиряком стал в 80-е годы. Приехал сюда в те времена, когда у нас строился в городе Абакан вагонмаш, а в Минусинске электрокомплекс. И я был очарован этими удивительными явлениями, соблазнился, приехал в Минусинск, в Минусинский театр, где меня встретили, где предоставили все, что только возможно. Я там 5 лет продержался, потом вдруг меня пригласили в этот театр. А случилось так, что пригласил главный режиссер, с которым мне довелось работать в Семипалатинском театре. Это был Хомяков такой, он потом уехал сам в Красноярск. Я здесь остался и очень даже не жалею, что я здесь, и я стал полезным и этому театру, и этому культурному миру, в котором я оказался. Так вот, когда я приехал в Минусинск, я поинтересовался, а сколько лет этому театру? Мне говорят, ну, где-то 100 лет. Я удивился, а я говорю, а вы хотя бы это отмечали каким-то образом? Мне говорят, нет. Короче говоря, я занялся историей, я стал копаться в архиве, в музее, я даже стал внештатным сотрудником Мартьяновского музея, написал несколько статей, и под моим как бы таким негласным руководством прошел юбилей столетия этого театра. Сейчас они уже регулярно проводят эти юбилеи. Но вот так получилось, что я варяг, приехавший из Северного Кавказа, а приехал я из Майкопа, там театр такой же, как и здесь в Абакане, из 2 трупп состоял. И вдруг я вот такой провел, и это пошло каким-то образом. Я почему об этом говорю? Дело в том, что история нашего театра, я когда стал работать в этом театре, была также объединенный театр, который состоял из 2 трупп, хакасской и русской. И когда я узнал об особенностях этого театра, они меня поразили, удивили, и я стал заниматься, это не сразу, а постепенно я начал писать историю этого театра. Собирал много лет, и вот у меня в руках эта книга. Поднимите руку, кто знаком с этой книгой. Есть такие? Вот. К сожалению, книга эта написана. Есть еще одна издана, когда я работал в университете, о театре не только. Есть еще это учебное пособие по гриму, но это не важно. Вот. К сожалению, как бы абаканцы даже не подозревают, в каком городе они живут и какой театр они ходят. Дело в том, что наш театр имени Лермонтова совершенно необыкновенный во всех, я бы сказал, во всесоюзном масштабе. Дело в том, что он имеет прямое отношение к 2 великим гениям русской культуры, к Чайковскому и Лермонтову. И не потому, что это так хотелось чиновничьему миру, что так захотели. Многие театры у нас в стране носят имена по имени разных писателей, драматургов, знаменитых людей, именно как по приказу чиновникам. У нас этого не случилось, слава Богу. Дело в том, что в 1941 году, страшный год, начало войны, было 100 лет со дня гибели Лермонтова. И наша труппа нашего театра, русского театра, будучи на гастролях в городе Ужуре, приготовили спектакль «Два брата» по пьесе Лермонтова «Два брата». И когда приехали, и к юбилею гибели приехали в Абакан, показали этот спектакль на сцене своего театра, вернее, тогда он работал в РДК, вы это знаете, да? Кто не знает, что
истинное первое пристанище нашего театра РДК. И вот с той поры театр получил носить право имени Лермонтова. Далее. И все пьесы, за исключением одной, на сцене нашего театра были поставлены позже, а некоторые из них, две пьесы, и «Два брата», и «Испанцы», трагедия, была поставлена дважды. Это единственный театр в СССР, даже не в России, а в СССР, который поставил всю драматургию Лермонтова, и он носит это имя по праву. У нас в СССР было 4 театра имени Лермонтова – в Алма-Ате, в Грозном, в Ставрополе и в Абакане. И все эти театры до сих пор носят имя Лермонтова и гордятся этим. Хотя в тех театрах пьесы Лермонтова были поставлены по одной или по две всего лишь. А у нас вся драматургия Лермонтова. Ну и начну с самого начала. Я сказал, что наш театр напрямую связан еще с одним великим именем. Это Петр Ильич Чайковский. Это и опять не случайно. Дело в том, что наш театр родился именно в этом городе. И удивительная справочка такая, поправочка. Он там зародился в том же году, в каком родился и Хакасский национальный театр, только в Абакане, в 31-м году. И русская труппа, русский театр, также родился в городе Воткинске в 31-м году. И, естественно, он жил... Этот уникальный город, уникальное место, святое, я считаю, место, потому что он работал в Благовещенском соборе, огромный собор, в котором вмещалось до 5000 прихожан. И этот собор, Благовещенский собор, вот этот собор, это общий план этого собора. И вот в этом храме крестили маленького Петю. И в этот храм Петя с детства был человеком религиозным. Он всю жизнь был набожным человеком до конца своих дней, и его жизнь набожная начиналась именно в этом городе, я потом поправку сделаю по поводу города, в этом, благодаря этому собору. В этой книге у меня есть и все это, в том числе и свидетельство о крещении маленького Пети. Вот оно, вот это. И говорят, что почти в моей книге появился этот снимок впервые. Он недавно был обнаружен в архиве Удмуртской республики. Вот таким вот образом. Я к чему это говорю? Дело в том, что театр Воткинский совершенно так же необычный. Он появился туда, там. Это уникальное явление. Воткинск был еще тогда в ранге рабочего поселка всего лишь. Даже не города. И вдруг профессиональный драматический театр. Явление уникальное в масштабах Советского Союза. Но это было так. И только в 1934 году, к моменту, вот это здание, в котором работал наш театр. Этот собор потом превратили, реставрировали вот такое здание, огромное здание, и там работал наш театр, который потом получил статус имени Лермонтова. Вот в таких условиях он работал. Так вот, дело в том, что Воткинск тогда был действительно маленьким поселком рабочим, но там был уникальный завод, который в свое время посещал цесаревич, будущий царь Александр II, и вместе с ним приезжал великий русский поэт Жуковский. Они удивлялись, поражались возможностям той продукции, которую выпускал этот завод. Кстати, Петропавловская крепость, штиль Петропавловской крепости, это, по-моему, какой-то цветной металл, чуть ли не золото, покрывали именно рабочие этого Воткинского завода в свое время.
Вот как, какой круговорот, какая связь жизни этого маленького города. Дело в том, что этот завод был организован графом Шуваловым. Я не помню дату точно, но это очень древний, старинный завод, который железноделочный завод. Он выпускал разную сталепродукцию. Естественно, там конструкторы были. И этот завод выпускал речные и озерные пароходы небольшие, якоря океанные. И там сейчас есть памятник якорю. И это было так, этот завод находится в самом центре этого рабочего поселка. Сейчас это город. И, кстати, этот собор находится буквально напротив этого завода, в самом центре. И строил этот собор питерский, ленинградский, ну как питерский тогда, архитектор, я запамятовал его имя, и там и набережное, озеро тоже сделано, по, так, что-то напоминает Петроград. Так вот, руководил этим заводом в свое время, во времена рождения маленького Пети, его отец. Он был и директором, и главным конструктором этого завода, и принимал великих гостей. И это был очень образованный человек, играл на музыкальных инструментах. Кстати говоря, когда я ездил туда, как-то я держал в руках флейту, на которой отец маленького Пети играл. И меня сфотографировали за роялем маленького Пети. Это я тоже впитал как бы в себя. Вот. И в 1934 году, когда реставрировали этот бывший собор, сделали из него вот это здание. И потом, когда в 1939 году было принято решение закрыть этот театр, и из Абакана туда поехал специальный человек из нашего обкома, который договаривался о переводе Воткинского театра в наш город, и это состоялось. В 1939 году они приехали почти в полном составе в Абакан. И, конечно же, вот вы видели, я почему вам показал этот собор, почему? Потому что все атрибуты, ведь это же происходило в 20-е годы, когда храмы приспосабливали для нужд советского, советских, так сказать, потребностей. И, конечно, снесли ему купол и все прочее, приспособили. Позже, когда театр уехал из этого помещения, там работал театр опереты. Теперь он работает в Ижевске, этот театр, но там никакого театра нет. К сожалению, вот, это, конечно, так. И мы стали преемником как бы не только театра. Мы какая-то частица духовного ряда, богатства духовного, самого духовного человека Петра Ильича Чайковского. Кстати говоря, я руковожу молодежным камерным театром «Белый рояль». Может, кто-то слышал? Слышали? Вот, мы уже второй раз приглашены на мировой юбилей Чайковского. Дело в том, что я поставил спектакль по детской поэзии Чайковского на двух языках, на французском и русском. Мы удивляли там мир, мы стояли в одной афише с мировыми звездами музыкального мира, тенорами 21 века, Казарновскую, вы, наверное, знаете, кто это. И вот нас вновь, на 180-летие, вновь пригласили наш театр молодежный на этот фестиваль. Это к слову я говорю, это не обязательно. Вот. Ну, естественно, театр приехал в родной свой постоянный пристанище, которое называется город Абакан. Вот этот РДК, он тогда еще не был готов полностью, его достраивали, как бы уже и театр был, но его приходилось достраивать во время работы театра. Тем более в этом здании размещалось еще и все, вся остальная. Вот где-то очки я оставил, не там ли? О, да, пожалуйста.
Поэтому театру пришлось не так просто совмещать клубную работу, которая тоже требовала своего внимания, и профессионального службы профессионального театра. Это было. Но это было. Кстати говоря, на втором этаже РДК всегда работал, когда там театры были. На втором этаже работала труппа Национального театра. А в Большом зале, где сейчас филармония, там работала русская труппа. И все службы, естественно, помещения служебные принадлежали в основном театрам. Вот так они передвигались на гастролях, ездили по районам, на телегах, иногда на лошадях, иногда даже на быках. А почему? Объясняю почему. Потому что если они пытались, хотели поехать на машине, это было очень дорого. Театрам даже было не под силу, потому что была дорогая очень аренда на современном языке. Поэтому ездили вот так. Мужчины ходили пешком за 15-10 километров до места, где будет играться спектакль. А женщины ехали вместе вот с театральным скарбом, с костюмами, реквизитами и так далее. Вот такая жизнь те поры была у артистов драматического театра. Это настоящий, я не знаю, как это еще назвать, но это да, это было так. Еще я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Дело в том, что труппа Абаканского театра, он так раньше назывался, не Хакасского, не Хакасский областной, а Абаканский областной драматический театр. И вот с 41 года он стал называться именем Лермонтова. Дело в том, что труппа этого театра формировалась всегда из величайших личностей. Это не просто актеры были, это были актеры, личности, которым не положено было работать в других больших городах, типа Красноярска, Новосибирска. И они вынуждены были появляться в таком городе, как Абакан. И труппа театра состояла очень мощной. И очень часто случались случаи, когда руководство краевого театра Красноярского имени Пушкина переманивало наших актеров туда, потому что эти силы нашего театра всегда были очень мощные в интеллектуальном и профессиональном отношении. Это было несопоставимо. Но вы наверняка знаете все и все имя Кеннеля, кто такой, основатель хакасской классической музыки. Хотя он не хакас, тем не менее он создал. Есть такая хореограф Словина, тоже слышали. Она также основатель хакасской национальной хореографии. И это так. Они создавали целые шедевры, они писали к операм музыку и так далее, и так далее. Национальный. И что касается Кеннеля, я хотел бы как дилетант обратить ваше внимание, что прежде чем попасть в 41-м году или в 42-м году, я не помню точно, в Абаканский театр, он проехал весь Советский Союз. Он бывал и на Сахалине, он был и в Казахстане, и в Узбекистане, и попал, наконец, в Шорию Кемеровской области. И именно почему-то Шория дала сигнал ему, он настолько полюбил это музыкальное направление, он стал интересоваться фольклором музыкальным этого народа и оказался в итоге в Абакане. И потом он сначала работал заведующим музыкальной частью русского театра и параллельно иногда и в Хакасском национальном театре, но он официально всегда был заумузом русского театра. И удивительное дело, человек, который закончил консерваторию, который владел виртуозно фортепиано, который писал музыку и так далее, все спектакли у него сопровождались только вживую, под фортепиано. Иногда собирал какой-то небольшой такой маленький оркестрик, и это тоже шло только вживую. Кстати говоря, я хочу вернуться к своему белому роялю.
особенность белого рояля именно заключается тоже в этом. Мы никогда не используем фонограмму, только живая музыка в любых музыкальных инструментах. Вот, это особенность такая этого человека. Кстати, он дружил с Шостаковичем. Кто такой Шостакович, вы тоже наверняка знаете, это великий наш композитор и так далее, и так далее. Вот. Я хотел бы, конечно, я план составил, но я теперь уже все потерял. Значит, из кого был сформирована труппа нашего русского театра? Помимо Боткинса, а их было человек около 20, там были и монтировщики сцены, и были, в том числе, помимо актеров, были и были электроосветитель, Харалдин работал всю жизнь и здесь свои дни последние доживал. Труппа сформировалась из актеров из Ферганского театра, из Красноярска. Целая группа из 13 человек приехала из Ленинградского театрального училища. Тогда еще не было институтов, не было академии театральных. Тогда было театральное училище. Вот они приехали целым курсом из 13 человек, показывали свою дипломную работу «Поздняя любовь». В этой книге все есть об этом. Вот. Из Севастополя, из Симферополя даже были случаи, когда приезжали и становились актерами этого театра. Хочу обратить внимание, что вы все, наверное, слышали, кто такой Кирчи Чаков. Это наш местный главный писатель Хакасии, Михаил Еремеевич. Так вот, он был не так уж долго, но был именно актером русского театра. Первый год, как раз первый сезон свой, был актером русского театра. И Шурышев такой актер был знаменитый, он тоже был актером русского театра. И Колчинаев, это и он же и художник еще был, и кинорежиссер. Итак, 10 октября 1939 года состоялось открытие русского театра в Абакане. Первым спектаклем был «Оптимистическая трагедия». Я не скрываю, я волнуюсь. Я хочу вам зачитать цитату актрисы театра, которая много лет работала в этом театре, она и работала и в иных других театрах. Я ее разыскал в Питере, в Ленинграде, в Доме ветеранов. Но это одна из первых актрис вот 1939 года. Она тогда была студенткой педучилища. И дело в том, что спектакль, которым открывался театр, назывался «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Это очень большая трагедия, и там очень много народу, и в том числе приглашали студентов. И вот она попала в число этих приглашенных, а потом и застряла в театре. Она стала актрисой этого театра, потихонечку, и стала играть ведущую роль. Так вот, что она пишет? Я пришла в театр 19 августа 1939 года, и репетировали к открытию «Оптимистическую трагедию». Кругом тихо, театр молчит, идет репетиция. А город радовался, будет театр русской драмы. Все ждали открытия сезона, афиши, и вот, наконец, 10 октября, день премьеры. Зритель повалил в кассу, очереди были большие, длинные. Раньше не было принято распространять билеты по организации. Вот так начиналась театральная жизнь нашего города, с этого спектакля. Ну, а спектаклей было поставлено очень много.
Очень много было, я уже вам сказал, какие имена здесь были. Я назову имя очень интересной, удивительно необычной женщины, актриса и режиссер Надежда Долина, которая появилась в этом театре в 1942 году и которая поставила благодаря ей. Дело в том, что она была, знала 8 языков всего лишь, в том числе и латинский, в том числе греческий, французский, английский. Она играла великолепно фортепиано, и ее очень любила молодежь. Вокруг нее всегда кружился такой молодой ореол молодых людей, они у нее учились, действительно это так. Так вот, благодаря этой личности, этой Долиной, в русском театре было поставлено очень много классики, в том числе. Вот сейчас, в эти времена, то, что она поставила, даже никто и не слышал, что в каком-то театре это идет. Она ставила пьесу, вернее, спектакль «По обрыву Гончарова», «Анна Каренина», «Горе от ума», «Ромео и Джульетта». Это то, что настоящие шедевры, которые благодаря ей. Благодаря ей вот такой статус. Дело в том, что она понимала, что вокруг нее удивительная талантливая труппа, и она делала все, чтобы это было реализовано. И это получалось. Так вот, когда я вам уже сказал, что в 1941 году был сыгран спектакль «Два брата» Лермонтова, после этого театр получил право носить имя Лермонтова, буквально 27 июня сыграли спектакль в РДК, в театре, а на другой день вышел приказ о расформировании труппы русского театра. Тогда распоряжался край Красноярск, и театр был расформирован. Все имущество, которое он за это короткое время нажил, пришлось куда-то отдать. В основном это пошло в РДК, потом это ничего почти не вернулось. Буквально через месяц и отдается новый приказ. Да, осталось только 9 человек. Нет, я не то говорю. Через месяц издается другой приказ. Перевести театр на хозрасчет. И в этой труппе оставалось только 9 человек, в том числе и Долина. Вы представляете, какой героизм проявляли люди театра, этого театра, чтобы сохранить театр для города и так далее. Вот. И, естественно, тяжелейшее было положение, но тем не менее. Они уже. Я вам сказал, почему это случалось. Потому что Красноярск завидовал труппе нашего театра. Они сделали примерно все, чтобы все это так вот закрыть, прикрыть. В ноябре месяце появился, наконец, новый приказ о том, что театр вновь становится профессиональным. Он уже не становится равноправным, равноценным театром. Вот такая жизнь нашего театра. Я хотел бы обратить внимание еще на одну личность. Долину я вам сказал. Был такой здесь директор, потрясающий директор, Яков Федорович Нус, немец по национальности. Как потом оказалось, это бывший директор Энгельсского театра. Энгельс, вы знаете, где находится, под Саратовом. Это бывшая столица Немецкой республики. А потом их депортировали в Сибирь. И он скрывал это. Сначала он устроился в наш театр в качестве администратора, а некоторое время поработал в Минусинском театре. Потом взяли его сюда, а через некоторое время он стал директором этого театра. И на нем до 60-х годов все уже, что ли? Так, сейчас закончу фразу. И на нем держалось все.
И он уехал сюда, отсюда в 60-е годы, в Вологду. На этом я ставлю точку. Спасибо, я вам аплодирую. А я сейчас закончу. Да, конечно. Дорогие мои, я взял специально вот тетрадочку, книга отзывов. Я бы очень был заинтересован, чтобы вы оставили свои гадости, как это вам все понравилось. Будьте добры. Спасибо огромное, очень интересно, очень увлекательно, занимательно. Вы знаете, я думаю, что мы ставим не точку, а многоточие, потому что наши встречи с вами еще будут продолжаться. Вы согласны? Да, конечно.